Если хочешь выжить, ты будешь моей правой рукой. Ну что, сейчас вы мне попляшете? Теперь вы мои пленники. И навсегда останетесь в этом колодце. Ребята, всем привет! Меня зовут Вильям Бруно. Со мной сегодня Алина. И там вот на дне колодца. Сафик, 1, 2, 3, 4. Ребята, мне очень плохо. Ребята, дело в том, что мы сегодня хотели снять офигеннейший ролик о том, как мы в заброшенном лагере проводим 24 часа. Дело в том, что, по слухам, в этом лагере обитает один сумасшедший. Вот именно это я бы и хотел проверить сегодня с друзьями. Но, к сожалению, когда мы сюда пришли, начался просто безумный ураган. И мы с Алиной успели спрятаться, но Сафику повезло меньше. Его, когда начался ветер, его сдуло вот сюда. И, кажись, он подвихнул ногу. В общем, он не может двигаться. Да, ребята, и Вильяму Бруно с Алиной нужно сейчас найти способ, как меня отсюда достать. Ну или хотя бы первую медицинскую помощь оказать, чтобы нога так не болела. Алина говорит, что вроде как она что-то знает о медицине и может помочь сейчас Сафику, чтобы он смог оттуда выбраться. Ну для этого нам нужно как-нибудь спуститься. У тебя есть какие-нибудь варианты-то? Слушай, один вариант есть, но я не уверен, что веревка, которую мы взяли сегодня с собой, подойдет для этого случая, но надеюсь, что все будет в порядке. Давай я сейчас привяжу веревку к дереву и помогу тебе спуститься к Сафику, потому что я могу спуститься туда один, но я вообще не понимаю, как помогать людям при травмах. А у тебя вроде как медицинское образование есть, правда? Да, я всегда с собой ношу, аптечку ношу всегда с собой. Это я знаю, что вы, блин, всегда ранитесь, и за кадром всегда я первую медицинскую помощь вам оказываю. Тут уже приходится на видео это делать. Нужно всем показать, насколько я крутая. Ребята, просто представьте, насколько был сильный ураган, что Сафика снесло вот туда. Это просто жесть, ребята. Он летел, наверное, 5 метров. Я всегда говорила Сафику больше кушать. Он просто весит, как пушинка. Вот и улетел, ё-моё. Да, Лин, нормально я кушаю. Если б я вообще не кушал, я б как пылинка бы сюда так упал, что ничего бы себе не подвернул. И вылетел бы обратно. Я сюда упал, и тут прям грохот стоял. Сейчас я приготовлю веревку и начнем спускать Алину в этот колодец. Еще чуть-чуть. Сафик, ты жив? Нам аптечка нужна срочно, а то Алина одна мне не поможет. Кидай аптечку. Так, сейчас. Поймаешь, Алин? Давай, кидай, давай. Все, все. Слава богу, ребята, помощь подоспела. Алин, давай там что-нибудь сделай. Слушай, здесь нет бинта, а у него вывих. Мне нужна твоя помощь. Я не смогу вправить ногу без тебя. Алина, тут это как? Это тяжело? Отвернись, отвернись. Ё-моё. Вильям Бруно, спускайся скорей. Спускайся скорей, пока я ноги не лишился. Вы уверены, что там без меня никак? Тут просто, мне кажется, лучше пусть кто-то один останется-то наверху. Так я не справлюсь, Вильям Бруно, спускайся, пожалуйста. Я тоже не справлюсь. Если еще пару минут, я вообще не выживу. Я надеюсь, что дерево выдержит. Ребята, я сейчас к вам спускаюсь. Аккуратно. Да, все, спускаюсь. Сейчас, ребята, еще чуть-чуть и почти спустился. Опа. Так, ну что, давайте поможем Сафику. Так, ты держи здесь. Ага. А я держу тут. Раз, два, три. Аж мне больно стало. Японский бог. Слушай, ну вроде шевелится. Так, а давай попробуй встать, Сафик. Ну чё, как? Слушай, ну побаливает чуть-чуть, но хотя бы ходить могу. Ребята, ну все тогда. Вылезаем отсюда. Так, давай. Чёрт, ты как привязал. Это что? Ребята, это маньяк! Теперь вы мои пленники. И навсегда останетесь в этом колодце. Страшно? Но я дал вам шанс. Сыграем в игру. Если вы будете выполнять все условия игры, я помогу вам выжить. Играем? Ребята, сейчас главное не паниковать и давайте будем слушать, что он говорит, чтобы его не злить. И заодно придумаем, как отсюда выбраться, ладно? Вот ты с камерой. Оператор, если хочешь выжить, ты будешь моей правой рукой. Пригляди за этими блогерами, а я пока подготовлю первое испытание. Ребята, так это же тот маньяк, о котором нам говорили, когда мы сюда собирались приехать!
Возможно, Алина права. Это да. Видимо, наши приключения начались намного раньше, чем мы предполагали. И, к сожалению, не мы нашли маньяка, а он нас нашел. Ребята, у меня есть одна гениальная идея. Как быстро отсюда вылезти и дать этому маньяку по голове. Так, ну-ка убери ногу. Савик, а дальше-то как? Давай, я тебе попу подержу. А дальше я не знаю. Давай вот ногу туда, в трубу. Так, ребята, почти выбрался. Я уже вижу выход. Аккуратно. Ай, блин! У тебя же нога больная. Похоже, ребята, нам отсюда реально не выбраться. Он скоро вернется. Нужно будет придумать какой-то другой способ, как выбраться отсюда. Может, получится сюда и пролезть. Черт, там маньяк идет. Юбка Рэдмана! Ты, оператор, сейчас я скину тебе скотч. Свяжу им руки. Ты реально будешь связывать нам руки? Может, мы сами справимся? Мы так-то тоже можем все руки связать. Нет, пусть это сделает оператор. Ладно, на, держи. Мотай. Ну и что дальше? А? В чем-то прикол-то? А, вижу, связал. Молодец, вот мое первое задание. Кто из вас сможет выпить воду, тот получит от меня подарочек. Ребята, по правилам этого парня, первый, кто из нас попьет из бутылки, тот и победит в челлендже. Надеюсь, что этот маньяк не до конца сошел с катушек, и он нас не убьет здесь. И мы сможем отсюда выбраться. Что-то он даже ничего не говорит ни на старт, ни внимания, ни марш. Мне кажется, уже пора начинать. А я вот думаю, что нужно друг другу помочь. Кто, во-первых, хочет сильнее пить? Реально, давайте поможем друг другу и одновременно это сделаем. Нет, нельзя помогать друг другу. Ладно, ребята, разбираем свои бутылки и пробуем открывать. Сейчас попробую открыть эту бутылку. Черт, не дотягиваюсь. Руки сильно связаны. Оператор прям капец как связал. Вам, кстати, этот маньяк никого не напоминает? Кажется, я видел его в одном фильме. Софик, не помнишь, что за фильм такой был? Блин, реально, Бруно, он, по-моему, из какого-то фильма. Ребята, если вы знаете, из какого, напишите в комментариях. Мне никак не вспомнить. По-моему, он из фильма «Счастливого дня рождения», что ли? Ладно, неважно. Главное, это выбраться отсюда. Да черт, как же мне открыть эту бутылку? Ребята, у меня совсем простой план. Я собираюсь взять своими маленькими ручками и, ну, открыть как обычно. Ребята, но мне очень сложно открыть такую бутылку. У меня довольно-таки слабые руки. Я всегда прошу Вильяма Бруно открывать бутылки. Не получается! У меня должно это получиться, так как у меня очень сильная челюсть. Почти что получается, ребята. Я как гаечный ключ кручу эту гайку. Фу! Я выиграл! Ребята, я первым открыл бутылку! Прямо без помощи рук! Маньяк! Тут Сафик победил! Ну что ж, ты победил. Приз твой. А можно мне веревку, чтобы выбраться отсюда? Никакой веревки. Приз – это вся вода, которая в колодце. Но делиться ты ей не можешь. Ты, оператор! Проследишь за этим, а я пойду готовить второе задание. Слушай, оператор, может, закроешь глаза на то, что я немножечко попью? Слушай, Савик, тебе же не жалко воды? Конечно, не жалко, Бруно, пей! Я просто капец как хочу пить! Ладно. Я тебя понял. Ну, хорошо. Играем по правилам, значит, да? Ладно, ребята, нужно что-то придумать. Даже оператор против нас. Ты какая-то задница. Давайте вам помогу. Не могу помогать, да? Ладно, ребята, снимаем скотч и ждем новый челлендж. Заодно придумываем, как отсюда выбраться. Ребята, я выиграл, конечно, много воды. Вам ее пить нельзя, извините меня, ребята, но я пока ее оставлю до лучших времен. Пускай она будет лежать здесь. Ну и, конечно же, моя бутылка, которая уже, походу, хана. Слушай, Сафик, я понимаю, что не можешь делиться, но нельзя же так демонстративно разбрасываться водой. Да я на всякий случай, чтобы вы ее не попили, потому что на нее уже попала грязюка и, возможно, что она заражена. Возможно, у этого маньяка будут новые челленджи, и он еще попить нам принесет. Вообще, на самом деле, странно, что мы находимся на дне колодца, а колодец полностью сухой, тут вообще ни капли воды. Хотя, возможно, это и к лучшему. Будь тут вода, мы бы уже давно утонули. У меня есть еще одна идея. Давайте возьмем веревку, обрубок веревки.
кровать и будем кидать наверх. Может быть, она за что-то зацепится, и мы сможем выбраться отсюда. Слушай, Софик, ты просто гений! Может, за бутылку твою завяжем? Вот это хорошая идея. На, держи. Давай полую возьмем. Тогда мы можем лишиться одной бутылки воды. Мы ж не выкидываем, а закидываем. Главное, чтобы эта бутылка не пролетела мне в глаз. Так, ребята, сейчас попробуем закинуть этот якорь. И, возможно, через 2 минуты мы уже будем на свободе. Так, 3, 2, 1. Блесть, ты выкинул ее прямо туда. Главное, чтобы она за что-то зацепилась. Черт, похоже, это не особо рабочий способ. Я думаю, стоит попытаться зацепиться за дерево. И тогда точно веревка останется там. Ладно, ребята, сейчас мы точно выберемся отсюда. Так, готовы выходить из колодца? Да, давай. 3, 2, 1. Оба! Ребята, за что-то зацепилось прям крепко. Вылазим. Ой, что это такое? Нарушайте правила. Ну, да, она сама вылетела. За это я забираю вас веревку. Не было правил не бросать воду за пределы колодца. Воду-то хоть оставьте, это же приз. Держите. Фух, ну хоть воду оставили. А, держи, Сафик, спасибо. А веревку... О, можно? Черт, надо было цепляться за веревку и вместе с ней вылазить. Эй, маньяк, что за второй челлендж? Блин, да куда он пропал-то? Ребята, можете меня подсадить? Сейчас я выпрыгну из этого колодца. Ну, можете встать-то, а? Вильям Руно, подожди, не двигайся. Ребята. Чего там, Сафик? У тебя на спине огромный паук. Тихо, не двигайся, я тебе говорю. Ребята, вы только гляньте. Сафик, там большой паук. Ребята, он еще и мохнатый, волосатый. И самое главное, что у него красная кнопка подписаться прямо на попке, где жало расположено. Черт. Можете его снять. Сафик, попробуй его как-то сбить. Я боюсь к нему прикасаться. Ребята, красная кнопка подписаться, это значит, что он ядовитый. Но я не смогу тебе помочь. Только вы можете помочь Вильяму Бруно. Ребята, если вы прямо сейчас спуститесь под этот ролик и нажмете на красную кнопку подписаться, то жало ядовитого паука станет серым, и он станет безвредным. И я спокойно смогу его снять, Вильяма Бруно. Ребята, я в вас верю. Я, конечно, в разные ситуации попадал, но тут без вас вообще никак. Тыкайте на красную кнопку подписаться. Спасибо, ребята, огромное! Вильям Бруно, они обезвредили паука! Ребята, вы просто красавцы! Особенно ты, Женек! Вообще респект тебе! Подписался прям так быстро! Это что это было? Кто здесь пауками бросается? Да это он так сам прыгает! Мы сами в шоке! Ладно, вот вам мое следующее задание. Так, давай, Сафик. Что там? Что это? Деньги? Нет, Сафик, кое-что похуже. Наденьте эти наручники себе на руки. И тот, кто первый освободится, получит от меня приз. На съем даю 1,5 минуты. Так, ладно. Застегиваем наручники. Все, застегнул. Но теперь пытаемся освободиться. Ладно, у меня есть одна идея. И надеюсь, что у вас, ребята, тоже есть идея, как открыть. Ребята, у меня есть очень действенный способ. Сейчас покажу. Во, шпилька! Она точно сможет вскрыть эти замки, но единственное, это очень долго. Черт! Блин, эти наручники прям сдавливают руки, капец! А еще и время, всего 1,5 минуты! Надеюсь, у меня получится их снять! Вообще, в принципе, хотя бы за 20 минут бы! Так! Одна рука готова! Блин, у Алины настолько маленькие ручки, что на самом деле она бы могла просто их вытащить из наручников и не играться с этой шпилькой. Но вообще идея со шпилькой прикольная. Черт, ладно, тоже нужно что-то придумать. У меня вроде что-то было. Черт, жалко, я не девочка. У меня вместо шпильки зажимы для бумаг. Ладно, может, с этим тоже можно что-то придумать. Так, сейчас. Все, я вскрыла. Все, все. Да! Я выиграла! Слышишь? Так, ребята, у меня есть один план. Здесь есть вот этот камень и... Блин, каким-то образом, я думаю, я смогу вот этот центр раздолбать. И наручники будут открыты на раз-два. Давайте поставим камень. Так, ребята, 3, 2, 1. Ай, уже руки болят, блин, ребята. Что-то у Сафика там вообще не задача какая-то. Видимо, вариант с трубой тоже такой себе. Маньяк, я победила, где твой подарок? Вижу, ты справила с заданием. Вот тебе мой приз. Опять мешок. Алин, может, это что-то ценное? Ребята, может, сейчас уцепимся за эту веревку и сможем вылезти. Черт. Ладно, ну, возможно, в следующий раз это сработает. Ребята,
Бинты! Но бинты мне вообще не нужны! Они нужны Сафику! Нет! Бинты только для тебя! Ребят, я не знаю, что делать с этими бинтами, потому что сейчас они мне не нужны вообще. Их не выпьешь и не съешь. Но я как бы не раненая совсем. А вот Сафику очень нужны, поэтому нужно их отложить. И в момент, когда маньяк совсем уйдет, я смогу использовать эти бинты для Сафика. Только а ты слышишь, оператор? Если ты мне помешаешь помочь Сафику, я тебе устрою такую жизнь в колодце, что ты даже подумаешь, что маньяк — это просто ребенок! Я бы ее послушал лучше. Оператор, смотри за ними. Я пошел готовить третье задание. А сейчас, ребята, давайте свои наручники, я вас освобожусь. Так, опа! Ты просто профессионал! Опа! И Сафику тоже открой! Давай! Все, одна есть. Отлично, давай второй. Еще. О, ребята, огонь. Теперь мы без наручников. Я бы, конечно, предложил бы их вместе связать, но получится не такая уж и длинная веревка. Слушай, вообще это идея. Мы же можем сделать цепь. Так, дай свои наручники. Так. И еще, как дальше? Ну-ка, давай-ка. Не достает. Ёбарсы. Давай тебя сначала починим. Так, ладно, реально. Так, Сафик, садись на бревно. Сейчас тебе ногу перемотаем. Давайте, ребят. Так, покажи, Сафик, что там у тебя. Черт. О, боже мой. Ё-моё. И ты ходить можешь. Так, ладно, давай, перебинтовывай. Видимо, Сафик об что-то очень сильно поцарапался, когда упал сюда. Возможно, что у меня открытый перелом. Но, может, открытый вывих? Вот вывих может быть открытый. Давай, замотай хорошенько, Алин. Сафик, жить будешь. Ты чего молчал, что так жестко-то у тебя? Да я сам не знал, пока не заглянул. Так, Алин, давай быстрее, пока этот ужасный человек не вернулся. Я даже не уверен, что это вообще человек. Кто так поступает с людьми? Это же просто сумасшествие. Закрыть нас в этом глубочайшем колодце и заставить здесь жить до конца своих дней. Это же просто безумие. Не зря местные говорили, что в этом лагере обитает этот сумасшедший. Он реально съехал с катушек. Надеюсь, сюда кто-то придет и сможет нам помочь и освободить из этого колодца. Все, давай, Сафик, прячем этот ужасный порез. Ладно, ребята, все. Теперь я буду жить. Фух, спасибо, братва. Ой, а, ребята, простите, я простыл вчера. И теперь у меня время от времени наступает сильный кашель. Сафик, ему нужна вода, чтобы он как-то мог свой кашель как-то победить. Нужна вода. Давай я тебе дам воды. Лиля, Мрона, давай быстрее, пока он не заметил. Пей. Аккуратно. Черт, он идет. Давай сюда. Держи. Ну что, готовы к следующему заданию? Конечно, готовы. Сафик, мог бы и поделиться водой. Пить-то капец хочется. Я ни с кем не делюсь. Это запрещено правилами. Молодец. Хорошо освоил правила. А что нам, блядь, с этим бедром-то делать? Оденьте маски себе на глаза. А что дальше-то? Я ничего не вижу. Достаньте шарики из ведра. А что за правило-то? Возьмите из ведра по 3 шарика. Ими вы будете попадать в ведро. И тот, кто первый попадет 7-3 шариками в ведро, получит от меня приз. Оператор проследит за этим. Так, ладно, давайте сейчас возьмем по 3 шарика. Держи, кто первый будет бросать? Давайте я. Как я понимаю, закрыты глаза у того, кто бросает, так? Все верно. Ну что, готовы? Да, я готов. 3, 2, 1... Есть! Попал! Давай, еще 2! Спящая красавица! Да, спящая красавица, давай! Сафик, еще 1 шарик, и ты победитель! Давайте так, главное только верить в себя. Неудачники! Никогда вам отсюда не выбраться! Блин, ну ладно. Алин, давай ты следующий! Ребята, я сейчас порву этих пацанов, потому что они совсем не умеют кидать. И вот, ребята, сейчас будет корона. Алин, мы же вообще здесь заодно, ты чего? Ну так это, я просто азартная женщина. 1, 2... Алина, мимо! Теперь я бросаю! В смысле, у меня еще 2? К сожалению, нужно забить 3 мячика подряд. Давай, кидай! Так, ведро там передо мной хоть вообще? Да. Ну, давайте попробуем. Капец, ты попал! Красавчик! Молодец, давай продолжай в том же духе! Ну, пока что только 1. Ладно, оп! Молодец, Бруно, попал! Еще раз остался, всего 1 раз! Давай, 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 пожалуйста, мы в тебя верим! Надеюсь, там будет достойный приз. Оп! Красавчик, Бруно, ты попал все 3 раза! Молодец!
Реально, все три меча прямо здесь! С этим заданием вы справились. Посмотрим, как вы справитесь с следующим заданием. А приз? Держите. Это и есть приз? Хотя, на самом деле, ребята, это как раз то, что нужно. Сейчас уже, ребята, далеко не лето и очень холодно. И еще, к сожалению, моя курточка осталась снаружи. Я не успел ее забрать. А на дне этого колодца еще холоднее. А я прям капец не люблю холод. Я вообще люблю лето, не люблю зиму. А я люблю зиму. Как ты можешь говорить про зиму, когда она такая красивая, белая и не горячая? А я тоже люблю зиму. Ребята, я обожаю кататься на горных лыжах. Зимой куча снега и новогоднее настроение. И какао. Летом тоже можно пить какао. Летом никакой Новый год не нужен. Летом каждый день праздник, потому что тепло и весело. И дни длинные. И вообще летом можно ездить на море. Я вот всегда за лето. Ребята, тут уже дело за вами. Решите, что круче, лето или зима? Напишите в комментариях свой выбор. Ребята, от вашего мнения много чего зависит, так что срочно напишите. Ребята, если что, это зима. А я вообще ничего не люблю. Ни зиму, ни лето. Да, ребята, не слушайте этого маньяка. Он вообще не человек. Он ничего и никого не любит. Ну что, живы еще? Вот вам мое следующее задание. Так, ребята, опа, поймали ведро. А ну, Алин, лови все это. Что-то как-то много всего. Ой-ой-ой. Забирай обратно. Ребята, смотрите, нам этот маньяк спустил замок. И дофигища ключей. Тут их, наверное, штук 30. Офигеть. И что нам с этим делать? Кто первый найдет подходящий ключ и откроет этот замок, получит от меня кое-что особенное. Так, ладно, ребята. У нас, значит, один замок и огромная куча ключей. Давайте по очереди будем брать по одному ключу и пробовать открывать замок. Итак, мы определим победителя. Сафик, давай ты начинай. Ты всегда все олимпиады открываешь. Ребята. Не открывается. Давай, Вильям Бруно. Так, ладно. Давай быстрее уже. Да сейчас, ребята, ну не торопите, пожалуйста. У нас еще столько ключей. Давайте я вот этот ключ возьму. Вот выбрал. Смотрите, он еще синим отмечен. Возможно, маньяк оставил подсказку. Черт. Не открывается. Ладно, ключ, который не подходит, он и не нужен. Держи, Алин, теперь ты. Ребят, я выбрала вот этот вот ключик. Вроде настоящий, может быть, не работает, ребята. Ну, ладно, значит, я. Теперь Сафик. Ладно, Алина, давай попробуем открыть этот замок. Ребята, я уверен, что этот ключ подойдет. О! Есть! Сафик победил! Как так у тебя получилось-то? Вот так вот. В любом случае, я рад, что хоть у кого-то получилось открыть этот замок. Эй, маньяк! Я открыл замок! Это мы в твои игры играем, или ты в мои? Не понял, что сказал, но ты приходи сюда! Ну что, живы еще? Нате вот, подкрепитесь. О! О! Ничего себе! Я верну через 15 минут. Пригляди за ними. Я приготовил для вас кое-что особенное. Опа! Ты же поделишься? Делиться же нельзя. Можно! Да, можно, я сказала. Так, ребята, я бы на вашем месте думал бы над тем, как этого маньяка обмануть и вылезти из этого колодца. Слушай, Алин, у тебя в аптечке есть какое-нибудь снотворное? Было, доставай аптечку. Так, сейчас. У меня есть одна идея. Так, Алин, подержи пока что таблетку. Так, Сафик, я понимаю, что воды у нас мало, но это реально может нас спасти. Вильям Бруно, перестань! Зачем ты портишь воду, Вильям Бруно? Это же снотворное. Молодец, молодец, Вильям Бруно. Японский бог. Так, ребята, это теперь не просто выдастся снотворным. Это наш способ выбраться отсюда. Ты куда собрался выбираться? В мир снов? Ребята, эта вода отправит этого маньяка в глубокий сон. Нужно только придумать, как заставить его выпить эту бутылку воды. Может, мы сможем как-то его заставить спуститься к нам? Мне кажется, это невозможно. Ребята, есть один план. А это может сработать, да? Да. Ты молодец. Ждем, пока он придет, и приступаем к плану. Так, ребята, маньяк подходит. Сейчас начнется. Давай, будь аккуратен. Ну что, готовы к следующему испытанию? Так. Что там?
Здесь две бутылки. Одна пустая, а другая со Скитлсом. Это что за челлендж такой? А что нужно сделать? Вы должны пересыпать из одной бутылки в другую, не уронив ни одной конфетки. Кто справится с этим заданием, получит от меня приз. А господин это убийца. А если никто не справится с этим челленджем, то чё? Только попробуйте не справиться с этим заданием. Вы пожалеете. Ребята, кто из нас первый будет? Ты! Ладно. Блин, он прям смотрит. Подержите крышечки. Главное не уронить ни одной конфетки. Так. Ой. Ой. Ё-моё. Блин. Чё-то вообще не получается. Неужели сложно пересыпать из одной бутылки в другую? Давайте Алина попробует. Безрукая курица! А теперь ты, спящая красавица! Твоя очередь! Так, Славик, давай! Не подведи! Так, ребята, приготовились! Чёрт! Блин, Славик! Пусти всё! Блин, это реально сложное задание! Вы! Безрукие! Безвозглые блогеры! Слышь ты! Ты как отзываешься о моих подписчиках? Я уверен, что мои подписчики без проблем смогут доказать тебе, что они смогут легко набрать 150 тысяч лайков, чтобы у тебя пригорело, понял? Ребята, обязательно тыкайте на лайкусик, и мы докажем этому маньяку, что он совершенно не прав. И у нас самая сильная команда на Ютубе. Так, ладно, ребята, приступаем. Пора. Слышишь ты, маньяк, мы отказываемся играть в твои игры. Ах так? Ну я сейчас вам покажу. Сейчас вы у меня попляшете. Ага, давай, чё ты нам сделаешь, неудачник? Ой, чё это ты веревочку свою скинул? И чё ты с ней будешь делать? Сейчас увидишь. Ребята, он сейчас походу спускаться сюда будет. Походу нам сейчас крышка. Сейчас я вам покажу. Вам конец. Особенно тебе, Гильям Бруно. Ну что, сейчас вы мне попляшете. Разжались? Стой. Слушай, ты же любишь играть в игры, да? Ну да, люблю. Так давай сыграем в одну игру. У меня есть кое-какая игра, которую ты наверняка раньше не играл. Смотри. У меня две бутылки с одинаковым количеством воды. И игра состоит в том, что если ты выпьешь бутылку быстрее, чем я, то ты тогда сможешь делать со мной и с моими друзьями все, что угодно. Все, что захочешь. Все? Все. Но если я выпью бутылку воды быстрее, то тогда ты разрешишь нам жить здесь до конца своих дней в этом колодце. Пойдет? Беспроигрышный вариант. Давай бутылку сюда. Только пить будем из трубочек. Ну ладно, как скажешь. Так, давай на счет три. Начинаем. Раз, два, три. Давай, быстрее. Быстрее, Бруно, давай. Ну же, ты победишь этого маньяка легко. Давай, пей. Ну что, я выиграл. Блин, как ты так быстро выпил эту бутылку? Ребята, теперь он сделает вообще все, что захочет. Это же просто капец. Ох, ну, вот ты и выпил полную бутылку со снотворным. Радуйся своей победе. Все, спокойной ночи. Ребята, вылазим, Сафик, давай. Опа, пошел. Давай. Давай, Бруно. Так, почти. Ребята, достаем эту веревку. Давай, быстрее. Давай. Ребята, этот маньяк остался на дне колодца. И помогать мы ему не будем, потому что он может навредить не только нам, а и другим людям. Пусть сам разбирается с этой проблемой. И нам нужно как можно скорее отсюда убираться. Да, ребята, но пока мы убираемся, прямо сейчас тыкай на эту пулю. Прямо смотри вот этот видосик. Ребята, давайте, помогайте тыкать. Все, давай, Саки. Тыкай, прямо на этот видосик. Давай, тикаем, ребята!